Фирни – это древнее восточное лакомство, приготовленное на основе молока и рисовой муки. Десерт получается невероятно нежным, легким, шелковистым и с красивым узором из молотой корицы. Приготовим. Этот вкусный, молочный десерт из рисовой муки, широко распространенный на Востоке, готовить совсем несложно. Легкий, нежный и безумно вкусный фирни обязательно украшают корицей, делая разные узоры. Каждый орнамент несет в себе особый смысл, символическое пожелание гостю. Вкус и аромат фирни придают, добавляя розовую воду, но в нашем случае это делает ванильный сахар. Давайте приготовим этот интересный десерт. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Подготовим все необходимые продукты для приготовления необычного десерта. 2. В холодное молоко добавляем соль и рисовую муку и хорошо перемешиваем. 3. На небольшом огне, постоянно помешивая, варим смесь до загустения, примерно 10-15 минут. 4. Затем добавляем ванильный сахар и обычный, смесь станет немного жидкой, снова варим ее до загустения. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Разливаем десерт по плоским порционным тарелкам. Как только десерт немного остынет, обязательно украшаем его молотой корицей. 6. Узоры корицы делают разные, в виде гроздьев винограда, ромбов, веточек. Каждый узор имеет символическое значение. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Рисовая мюка, 50 грамм. Молоко, 500 миллилитров. Ванильный сахар, 1 штука, пакетик. Соль, 1 щепотка. Молотая корица, 1 столовая ложка, по вкусу. Сахар, 2-5 столовые ложки, по вкусу. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.